手也斜了。Ну так что вы мне расскажете? Мой шикарный хлеб. Мальчика из деревни, куда ты уходишь постоянно? Ну так и где ваши Наташины звонки? Не поняла. Далеко не мальчик, мне уже 30 лет. Даже 29. Хотя ты писал 30. Так и вот, найди смайлики, найди смайлики, нашла и смайлики. Где ваши звонки? Я написал, не надо брать. Сейчас даже для тебя здесь не найду специально. Там, где ты написал, что тебе 30 лет. Секунду. Или ты не сегодня писал? Или сегодня? Я не помню. Это не я писал. А, это не ты писал? Ой. Ребят. Ой, фрукты кимали. А куда делись все комментарии? Что-то я сделала и не могу его включить. Что-то я не пойму. А, вот. Я писал немного. По-моему, ты записал. А может, не ты, ну ладно. Ты давно тут сидишь? Я давно дал. Красиво подписчик. Мало. Странно. Чё? Что вы хотите мне сказать? Что-то вы молчите. Я сейчас с вами посижу, кофе допью, покурить схожу и уйду от вас. Да.
хорошо с утра поесть. И значит, у тебя нечего делать. Клиентов нету. Работы нету. Идеально. Потому что как это происходит обычно. Юля встает часов в 8 утра. Не может проснуться, полусонная, кормит вот эту детей, этих вот всех. Кормит себя, готовит рабочее место, принимает клиента, параллельно еще смотрит за ребенком. Параллельно еще следит за кошкой, чтобы ребенок не убил кошку. Горе пополам делает клиентку, отпускает. И, возможно, еще одна клиентка, а возможно, дед. Я спать хочу. Обратно. А чем вы молчите? Что-то я погорячилась бутербродами. Я думала, я все съем. Я не съем. Что вы делаете? Вы три зрителя мои. А, вы три призрака. Те, которые не показываются. Понятно. Ну ладно. Ну и не надо. Четвертый зашел. Что, настоящий человек? Или тоже призрак? Умереть можно со скуки, боже мой. Помолчим.